Ну вот, сегодняшний день нам дает путешествие на завод компании Oriflame в логистический центр Ногинск. И вот дружной компанией, ну, как бы дружной, вон отстающие есть. Есть быстрые, есть отстающие, так же, как и рост в компании. Ну, давайте, парочку слов. Это та компания, которая позволяет зайти на свои же заводы. Вопрос, если вы работаете с компанией, в которой есть продукт, много ли, часто ли были на тех заводах, где производится продукт. У компании все открыто, ходи, смотри. Очень интересная экскурсия, я думаю, будет под впечатлением останемся. Почему? Потому что наслышана от ребят, которые уже здесь были, о том, что здесь очень интересно, да, действительно посмотреть, как все происходит, производится, и вся наша продукция, в каком качестве, в каком порядке, так скажем. Отлично. И вот мы подходим на контрольно-пропускной пункт компании Oriflame. Вход это для нас. Отстающие, завершающие нашу колонну. Ну все, до следующих встреч.